Накануне начала нового учебного года в Доме культуры поселка Сельхозтехника прошла познавательная игровая программа для будущих школьников. Ребята учились правильно собирать ранец, отгадывали загадки на школьную тематику, а также рисовали и соревновались в веселых эстафетах. На празднике присутствовали глава администрации Гостецкого сельского поселения Владимир Лебедев и помощник депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова Станислав Загорулько. Они поздравили будущих первоклассников с Днем знаний, пожелали им успеха и отличной учебы, после чего вручили подарки от администрации поселения и депутата областного законодательного собрания Владимира Петрова, канцелярские принадлежности и сладкие подарки. 1 сентября за парты школ Сланцевского района впервые сядут 344 первоклассника, в их числе 17 ребят из Гостецкого сельского поселения.